турист, приезжающий в страну, воспринимается как человек, имеющий хороший достаток, большие деньги. Поэтому думают то, что если человек, допустим, иностранец, приехал в Таджикистан, значит, он очень богат, и он готов заплатить огромные деньги. Это большое заблуждение. Любой турист, приезжающий в любую страну, не обязательно в Таджикистан, он старается сэкономить. Он ищет подешевле отели, он ищет подешевле, допустим, где можно питаться. Он ищет, где сэкономить средства. Даже сувенирную продукцию, которую он приобретает, он старается купить подешевле. Это контингент тех, которые готовы разбрасывать деньги, он слишком мизерный. И в Таджикистан, как правило, такие не приезжают, потому что они хотят комфорта. Первоочередная у них задача – это получить хороший комфорт. Они готовы заплатить, но за хороший комфорт. Таджикистан такие вещи пока предоставить не может. Поэтому вот заблуждение идет того, что, в принципе, каждый турист – это богатый человек. Нет, это обычные люди, которые работают целый год, накапливают определенную сумму, и на эту сумму хотят просто попутешествовать по стране. Туристы, как правило, они не очень-то и хотят сорить деньгами, да? Они очень осторожно относятся и к покупке подарков домой, и они изучают, и лишний доллар они не потратят. То есть тут как раз-таки надо очень изящно и умно работать во всех направлениях, чтобы эти деньги, так сказать, у него добровольно забрать. Опять же, это только можно творчеством, профессионализмом. И тогда люди будут готовы и заплатить, и как бы и больше потратить, чем они планировали.